не узнаю. Как он? Давай. А вот так не должны говорить агент ФБР. Агенты ФБР должны быть компетентны. Нельзя. Кокс, иначе это строгое орёт. Нарушение правил похищения. Кок. Да. Они палят. В конце. Уже парочку из этого. И за департамент ничего не могут сделать. Так, я тут у них всех требую 7 стою сейчас на горе. Чекаю их на горе. Да. Короче, бросайте это. На пассажиров садись. Так. Их. Я их вижу, там, короче, там, там какой-то гетовец еще есть. Там какой-то гетовец бегает. Так, одна машина куда-то... Там этот имминг получается есть этот Янесса, это именно кто это есть мальдита слово как скажешь. Мальдитосы прям вообще тащили. Так. Они столько агентов я после вас. Вот я вам говорю. Я вам говорю. Новая эпоха похищений. От мальдитс. В чем самая ирония? Это Янесса Титова. Это, можно сказать, Титова. Ну, короче, это. Ну, там по. Так, Кокс. Сейчас в этом стою. В секторе. Я бы не советовал по штурму мутить. Тихо! Дебильный. Говоринку. У них два сутана PS3. Их 4-5 где-то так. Короче, у них еще штурм. Блин. Блядь. Похитку. Сука, тихо, блядь. Стал в СМС, типа, удобно сидится, нахуй. Ну, я говорю, вас спал. Блядь, атак спалил, подожди. Вертушка не... Да, как спалил. Бисли. Бисли. Этого нашего... Вот так, бля, слышь? Че, у нас только ХРТ, давайте слат еще подтягиваем. А давайте армию спецотряды, хотя... Я не так понимаю. Раньше было, алё, всегда так делали, а потом массовые... Да не, давайте там главу... ...называть. Вот, допустим, когда я проводил сбор... Какая разница, они где... Не орите, они никогда не ездят. Да им по... Так они не могут ничего сделать. Это наше дело. А без группы штурм мутите похитку. Ну, не обязательно. Ну, напишем. Если у вас нет группы штурма, то просто кейсом отдайте, заложек заберите. Нахрена тупить. Там уже бисли два лучше. Более мы имеем право собрать. Вы имеете право, блин. Я бы не рисковал с бисли. Если инспектор убит, вас нахрен вас расчленят. Знаешь, когда меня мальдит охвачено, типа все начальство было этот. Я даже оцепление не собирал, потому что это дебилизм. И мне было проще им деньги. Так что гони, я дал. Даже не 500, а 600. Случайно, правда.
с магитосами, сука. Ну, мне не надо. Не, вот самое классное, к нам затащили, короче, по хитку. А мы такие, это, они на яхте были, и мы такие искали другого внедрения в СФА, ну и такие лодки спиздили. И, блядь, какой красивый штурм был. Это... До сих пор. Да, в принципе, такого народа хватит. Там две машины, их там 4-5 человек. Гору это сколько вертушки? Я не вертушки. А, я стоял на горе, блядь, в маске, она мне это спалила. Выезжаем уже? Нет, у нас вертушки. Чё за крал, султан? Джоса кику. Молодец, блядь. Берите второй султан, кто-нибудь из красава. Ну давай тогда ты первый становись. Я за тобой. Блядь, там типу машина не досталась, скалеть. Блядь, смотрите. И просто я не буду жать, просто переходить. А тут не одел все. Там можно ехать. Какой квадрат еще раз? Да. Ну, с кайфом. Просто заправить одну шаубу. Вот дошки заебали. Кушать кто? Кто переговорщик? Роллинс. Тут? Да, да, он здесь. Фар офнить. А сколько там? А, тут. Бля, у нас два слова. Вертолет есть хотя? Нет. Ты пиздец. Вас больше нет? Я сейчас зайду, встану на вертушку секунду. Да, вертушку. Я не помню. За нашим чехтахом. Приятность. Вкус. Есть патрули у них или нет? Слышишь? Чё, я тоже думаю... Ептё, поедет патруль. Да, тогда хз. Блять, просто... Когда дальше все равно расположится. Они уезжают, просто перекройте и всё нахуй. Снайпер, блять, это очень хуй. Терроризм.
Нам только... Недалеко от заправки, вот D7 заправка. Они в V7 на горе? Да, если они вдруг свалят, то нужно еще, чтобы своего... На опуху. Всякие. Есть. Если они уедут, то просто... Я бы... Машин, мы просто бы еще в туннеле в две одну... было. Это бы со всех сторон бы их сломал. Я у Клака стою, спрятался. Пацаны, а можем задействовать? Ну то надо... Ну да, проходы и все. Я там третья машина не хватает для перехода. С директором согласую. Ну, ща я Мальду напишу. Или Мальду обоим напиши лучше. Или одному. Да и понял, что они спалят по департаменту, чтобы напишем, типа, там, блядь, с АПД там. Быстро встаю, там все, мать. Хз, посмотрим. Так, вроде не Б или... Сейчас. ЛПД. Блять, не дают кинуть. Да не дают кинуть. 10 секунд идти. О, все. И точно нет патрулей, никто не. Ну, молчит, сейчас еще минутку подожду. Слышь, может... Лёд, нет? Чё думаете? Можем с двух сторон встать, типа, в туннеле в B5 и в B11, там с двух сторон их закроем, но они могут выехать в D8. В Z9 могут поехать. Куда? Да, они могут туда поехать, поэтому... Либо со... Открывать либо со стороны вот этого клака.
Два раза, если запросил, не... 360. Три раза? 360. За... А, это... Ошибка, какая ошибка? Едемся. Тарас Султан, у кла... этого, кла... Ну, и за рулем. Да, я... Если с красивой, хорошей... Б-11. Б-11. Ну и чё она игнорит меня, я не понял, что за прикол. Может, она мне написала? Нет, не написала. Я тебя понял. Забыла, заскринил. Бис тебя... Братан, бис ли? Братан, бис тебя попли? Нет, до сих пор... Фу, прох, не пригу. И спасайте лучшего в инспекторе. Спасите лучшего инспектора. Пресс, импресс, она говорит, типа, я не заскринил, мы его за ОП гнались, я не тому розы скинул. У него нет скрина, а что мне с этим делать? Акзель. Ну, я у шарящего спросил. Ну, не я все. Я сегодня, что именно он. Ну, вы дурак. Так, так. Я в Б1. Почти, почти. И поеду в твою сторону, Бать. Только так. Бля, я надеюсь, я не спалюсь, если у них здесь патруля нет. Надо где-нибудь на горку встать в Б1. Ролинс, что у тебя там? Если на ходу, то штурм? Нельзя на ходу. Ты говори заранее, потому что давай чуть-чуть не успеем доехать. Чё, типа, можно пробовать? Ты прав. Подожди, а подполковник и... Для них на... в одно место, типа? Я даже не знаю. Вертушки у нас нет. У нас есть явер. Так, Энкор же вроде должен был. Я лечу Султана. Когда... Я в Б9, если чё, пацаны. Один Султан, Б9 стоит. Разъедь... Никого не... Они в разные стороны могут поехать. По идее. Сейчас я посмотрю. Инфу надо. Сейчас я просто прилечу и все порешу. Тихо, я не понял, куда вы выезжаете, вы спускаетесь. Я в Б10, но я не вижу вас. Я встал на горе. Куда? Я
Не, не спалили вроде, не спалили. Ну а куда они едут? Один султан в гору пойдет. Они за нами едут. Пацаны, тихо, сейчас, короче, нам поставили посты, пацаны. Главный админ нам поставили посты. Куда я? Что, спалили? Поехали за нами. Инфу надо. Это ты глючишь, конечно, куда вы едете? Так вы в... В 11. Султан в P13 мой, который я веду. Никого. Да, я не понимаю, где вы, блядь? Где я по дороге езжу на горах, что ли? Я в А13 на горе. Я. Ебать, в B19 уже. Чаще инфу, пожалуйста, дружище. Так, вы только в ЛВ катаетесь, да? Так. Заброшенный или новый? Это квадрат какой? Б... 6. О! Чё за шум? Самолёт, ну хайп. О, у нас нет самолета. Блин, ну это гениально, я бы сказал. Я вижу. Смотрите, если будет полва, я сразу же даю команду после штурма. Саня, белок, посты все. Нам туда главное поставил, попроси. Просто все туда, все на блок постоите сразу. Понял? Они не помогли. Шамали. В каком шамале? В таком шамале. Вы сейчас в шамале? Они в новом аэродроме. Я вижу их кресты. Так. Ну и... Кто? Я вижу нас всех. Роли. Что это происходит? Да, D18 я вижу. Жалко, не за штурм. Сейчас я камхантом попал. Близко тоже не на взлетке могут. Короче, я вижу один. Это Р-триада, Путана про спорт. Короче, тут инфа полна. Троллинг с бесед. Но, тёлка. Блять, сука, что реально будет на этом нашимали? Пан, кто-то тёлка когда сел, султан. Нам может палить вас. Нас? Да вроде нас не видно, кто-нибудь прибежал. Может быть видно. Да я отъехал подальше, нас вообще невозможно видеть. И патруля у них... Да уж. Что-то тёлка базарит. А с роли на самом деле базарит.
Да. А, это Хуан, ну Титова, да? Да. Блядь, ну какой шам... Ну, ёбаный рот.